Всем привет! Сегодня у нас второй день лета, и я провожу дискование сенокоса для того, чтобы потом подсеять многолетние травы. Работаю я на тракторе MSF Ergizon 7626, и диски у меня Porsche Jogger 6. Сейчас я прохожу последний круг так называемого обсева. Буду дисковать в три следа. Первый след будет по направлению, как я сейчас еду. Второй будет поперек. И третий опять будет по направлению. Первый будет чуть-чуть по диагонали. По направлению по диагонали. Второй будет ровно поперек. И третий будет уже ровно так, как должно быть техноколеи. Перекрываю, наполовину еду. Первого следа, чтобы сразу прикрывался, чтобы было видно то, что где сделал один след, два следа. Все, доехали до начальной точки, откуда начинал дисковать. Отобью середины, чтобы было удобно и не теряться, делать диагональ. Дисковать первый след буду примерно 10 километров, поперек километров 6 или 7. И третий след уже буду по 13, ну, почти 14 километров где-то, чтобы выровнять окончательно. Ну а после будет здесь многолетних трав производится. Вот неподалеку за этими кустами, которые я снимаю, было имение Павлюса у нас. Сейчас осталась только арка въездная. Если я буду приезжать мимо, я сниму ее для вас. Посмотрите. Итак, подъехал к углу. Сейчас буду разворачиваться и отбивать диагональ. Сейчас у меня скорость 2C стоит. Возьму примерно вот такую. Поехали. Так, третья включилась передача. Все, переключился на 2F. И вот по диагонали немного потряхивает. Начинаю проводить первый след делать. Thank you.
дотягивать буду до самого прям края, чтобы чем можно больше, по максимуму диски обрабатывали землю. На разворотах будет снижать скорость. До 2C передачу переключил. И также сейчас буду идти на перекрытие, чтобы по максимуму, прям по максимуму было обработано все. Как видите, посередине иду. Левый край делаю второй след по диагонали. Главное, чтобы земля обработалась как можно лучше. Спасибо всем за внимание. Канал, ставить лайки, подписываться в группу ВКонтакте. Всем пока!